Добрый день, уважаемые партнеры. Сейчас мы сделаем регистрацию на e-wallet кошелька компании Livgood. Именно с этого кошелька мы будем выводить свои заработанные бонусы от компании Livgood. Итак, мы сейчас в кабинете моего партнера. Вот так выглядит кабинет партнера. Вот смотрите, да, в левом углу у нас идут разделы, да. Здесь есть первый раздел, это выбор языка. Вот смотрите, на сколько языков перевела компания. То есть вот столько стран могут сейчас участвовать, принимать участие в этой компании. Уже более 80 стран. Вот. Итак, мы заходим в раздел «Мой заработок». И смотрите, зайдя в раздел, мы видите способ, выберите способ оплаты. Нажимаем на нее. И нам нужно заполнить разделы. Смотрите, первый способ оплаты к нам не подходит, так как здесь, видите, только для представителей США, то есть это для жителей Америки. Вот, они могут выводить напрямую на свою карту. Мы, как другие страны, мы выводим на e-wallet кошелек, который называется глобальный электронный кошелек iPayat. Да? Вот здесь мы должны поставить галочку. И вот здесь мы должны заполнить свои регистрационные данные. То есть мы сейчас регистрируем электронный кошелек моего партнера. Вы делаете это у себя в своем кабинете для себя. Вот. Здесь мы пишем имя на английском языке. Так, имя, затем фамилия. Обязательное условие нужно прописывать имя и фамилия, и также электронную почту, потому что был такой случай, что у нас он не принимал. Так, повторяем почту. Затем выбираем страну. Так, в данном случае у нас Казахстан. И здесь пишем дату рождения. Так, как только заполнили свои дату рождения, нажимаем «Зарегистрироваться». После того, как прошла регистрация, мы должны перейти на свою электронную почту, где придет сообщение от e-wallet кошелька. Туда придет ваши после подтверждения почты придут данные для входа в кабинет. Придет логин, состоящий из цифр, и пароль придет. Пароль можно будет потом на e-wallet кошельке его поменять. Итак, мы сейчас подтвердим на почте, вы каждый у себя подтверждаете, и после этого будем заходить на e-wallet кошелек. Итак, после подтверждения на почте ссылки от кошелька e-wallet кошелька, получив свои данные для входа, это логин и пароль, компания вам сама его высылает. Теперь мы заходим в кошелек. Это кошелек моего партнера.
Так, после входа в кошелек, смотрите, здесь e-wallet открывает вам инструкцию для того, чтобы вы смогли заполнить свои данные, то есть для дальнейшей работы с кошельком. Вот пошла запись. In Ну, мы this сейчас эту IVR запись tutorial, пропустим, we're going to show you потому how что мы easy уже it это is to set делали. up. Вот. А вы можете каждый у себя это посмотреть. Смотрите, здесь тоже есть язык, то есть языки. И у нас здесь есть русский язык. То есть можно будет перевести. Но заполнять в любом случае нужно будет на английском. Итак, что же здесь, на что нужно обратить внимание в первую очередь? Здесь выбираем пол, то есть женский либо мужской. Вот, страна, так, провинция у нас, ну, мы пишем KZ провинция. Здесь у нас почтовый индекс 01400, так как это у нас Астана. Домашний адрес сейчас. Так, итак, мы здесь пишем адрес, на который придет ваш, то есть в будущем, когда вы будете заказывать банковскую карточку, нужно будет этим адресом подтвердить. То есть именно на этот адрес придет. Так, далее мобильный телефон. Так, город. В данном случае у нас Астана. Здесь можно будет язык выбрать. Так, вот здесь вот в разделе название компании мы ничего не делаем, то есть мы его пропускаем. Дальше здесь выбираем вот установление личности. Здесь мы выбираем номер удостоверения личности. То есть здесь есть у кого паспорт, те паспорт выбирают. Мы в данном случае, живя в Казахстане, выбираем номер удостоверения личности. Здесь мы пишем номер удостоверения личности. Затем здесь мы подтверждаем тремя галочками, что мы согласны с условиями кошелька. Здесь мы прописываем пин-код, обязательно пин-код от 4 до 10 цифр, да, то есть, ну, привычный пин-код свой можете написать. Дальше здесь даются три вопроса, на которые нужно будет ответить. То есть ваша первая работа, вы пишете свое, как звали вашего первого любимца, вы пишете свое. То есть на три вопроса отвечаем, естественно, все на английском, и все это записываем для того, чтобы эти данные нужны будут для восстановления вашего кошелька. Итак, после того, как вы заполнили все данные, затем ответили на три вопроса, вы нажимаете «Продолжить», затем проверяете свои данные, если все верно, вы нажимаете еще раз «Продолжить». Итак, после этого вы попадаете вот на такую страничку. Это получается у нас еще одна глава, то есть здесь нужно загрузить наши документы, удостоверение личности. Вот здесь мы загружаем удостоверение, лицевую часть, затем нажимаем «Загрузить документ». После этого страница обновится, нужно будет вот сюда нажать и загрузить обратную часть документа и также загрузить. Итак, мы загрузили документы, то есть вернее вставили сюда, вот так она выглядит. Это обратная сторона. И нажимаем «Загрузить документ». Вот смотрите, идет загрузка документа. Все, страничка обновилась. И вот как раз-таки идет сообщение, что загрузка завершена документов. Теперь, то есть в течение 3-4 рабочих дней будет ответ о том, что ваши документы прошли. Теперь следующее. Мы нажимаем на вот эту кнопочку «Complete B8». Что это значит? Это идет подписание договора с нашим кошельком. Давайте нажмем ее. Так, выходит вот такая страничка. Здесь мы проверяем свои данные. И вот здесь мы должны поставить свою подпись. Для этого нажимаем. Вернее, для этого мы здесь пишем свое имя и фамилию. Итак, мы написали имя, фамилия, то есть так же, как вот здесь, да, при регистрации. И затем нажимаем «Отправить». Проверяем дату регистрации и нажимаем «Отправить». Все, на этом документы все.